Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Контактный зоопарк приглашает вас на выставку рептилий и обезьян. Здесь вы можете погладить и сфотографироваться с животными. Вас ждут до 3 июня в торговом центре Рио на втором этаже ежедневно с 11 до 20 часов. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь, впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – фирма «ДК-мастер». Фирма «ДК-мастер». Изготовление металлоконструкций, художественная ковка, установка заборов из профнастила, калитки, ворота. Выезд на участок и консультация бесплатно. Короткие сроки изготовления, рассрочка платежа. «ДК-мастер» – это качество и ваша индивидуальность. Телефон 4-60-50. И о погоде. По данным синоптиков, завтра, 25 мая, в Печоре ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой снег. Ветер северный, северо-западный 6-13 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха сегодня ночью будет минус 2-4 градуса, а завтра днем плюс 4-6. Уважаемые телезрители, не забывайте, что объединение «Волна» – это еще и 6 радиостанций разных направлений с вещанием на весь Печорский район. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». С вами была Наталья Оншина. Всего доброго и до встречи!